Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Ну что, у нас задание дня, громкое событие, давай попробуем его пройти. Сразите заморозга, используя стратегическую колоду бабаха, а могучие ягоды... Ну, вам нужно кое-что знать, он начинает игру с секретным агентом. Блин, он начинает игру с секретным агентом, называется «Попробуй пройти». Я знаю, эти вы крутасы, поэтому, мне кажется, здесь не вариант. Но, тем не менее, я попробую. Я просто постараюсь. Так, могучие ягоды. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Значит, здесь должна быть, по идее, клубничка, да, и все дела. Так, мне дали горячку сразу же. Не буду тратить, пригодится. Ну и что? Хм. А я вот так сделаю. Так, ну этому петушаре конец, крышка. Вот так вот ты, значит, да? Вампирчик решил поставить здесь. Стоп, а это что, не срабатывает, что ли? Ёк-макарёк, друзья, это... Давай тогда сделаю так, наверное. Две урона. На тебе. Но он же нас не прокусит ведь? Нет, конечно. Клубничка. Нам выпадает клубника. Такс. Горячку можно сюда поставить, конечно. Блин, на одного хламона горячку ставить. Ладно, шиш с ним. Пускай будет так. Пускай здесь будет горячка стоять. Вот так еще сделаем. Поехали. Все растения на земле получают минус один, да? Допустим. Где капитан клубника? Скажи мне на милость, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне никак не прикрыть, да? Поехали. Сейчас заморозку сделает. Нет! Сейчас будет бомбить меня, ребят. Защита. Да, а что защита не сработала? Как вот с этим-то теперь быть? Как тебе такой расклад? Так, наносит одну из урона зомби рядом с клубничным вождем. Так, ягодная эволюция. Давай смотреть. Ты серьезно? Так, друзья мои, три в лицо и фруктовым миксом мы его уничтожаем. Все, он доигрался. Да тут дальше делай, что хочешь, ничего тебе не поможет, парень. Я даже поиздеваюсь над ним, знаешь как? Даже еще можно сделать. И добиваем. Все. Все, друзья мои. Отдуплился паренек. Сыграйте две игры растением-героем. Нанесите 20 единиц урона
героем бессмертия и разыграйте два зомби из надгробий. Отличное задание, ребята, отличное задание, я тебе скажу. Ну что же, одно растение мы уже разыграли, давай разыграем тогда и второе. Кто это будет у нас? Ну давай ночной колпак, фиг с ним, пускай будет колпак. Разыграем колпачка. Давай. Так, против супермозга, да, играем. Ну ладно, оставим так, пока. У него наверняка тоже будет зомби на воде, да? Ребята, 100% говорю. Он вытягивает две карты. Ищет. Ищет того самого зомби. Что теперь? Ну давай я вот так сделаю. Я не знаю, что у него там может быть. Теперь знаю. Теперь я знаю, что у него там может быть. Уберем, наверное, этого чудика отсюда, да? У него сработает защита. Грибочки. Угу. Три плюс еще здесь две, шесть энергии. Что же ты делаешь, а, парень? Вот что. Еще уберет энергии. Так, ну я могу только вот так пока предложить. Блин, я гриб не поставил. Я гриб не поставил. Сдвигает. А вот это плохо, ребят. Че, и все, что ли? Нам кранты? А что я мог сделать? Друзья, я ничего, я прикрывался как мог. Я же не знал, что у него именно сейчас выпадет вот это вот перемещение. Вот оно и выпало. Давай, зубостезила, где ты там у меня? Зачем нам менять? Нам менять не надо. Мы оставляем все как есть. Оставляем все как есть. И опять же нам дают противника, да? Великануса. Всю жизнь, блин, мечтал с ним тут поиграть. С этим великанусом. Давай, что там стоишь-то? У меня только один сейчас вариант, это добор делать. Больше я ничего не смогу. Я вижу комбу, но до нее дожить надо. Это получится только 8. 8 энергии нужно, ё-моё. 8 энергии. Телепорт ставит. Вот так вот, да? Ладно. Ландшафт будет ставить, что ли, нет? Он может это сделать.
Как же так-то? Как же, друзья мои, так получилось? Пускай он там стоит где-нибудь. Нафиг я вот это потратил, скажи мне теперь на милость. Так, ну что, урон он нанес, да? Урон он нам нанес. То есть мы можем теперь прокачиваться. Этого, конечно, я тупо поставил, ребята. Просто тупо поставил. Что он может сделать? Да дофига чего. А с другой стороны, если подумать, что? Ландшафт какой-нибудь поменять? Может. Давай так сделаем. Хочу просто посмотреть, что он будет делать здесь. Ничего. Комбу вот эту нужно беречь. Вот эту вот троечку нужно беречь, ребята. Ну, соответственно, должно быть у нас здоровье быть по минималке. Опа. Опа. Что он сейчас придумает, а? Ты гляди-ка, что творит, а? Ты гляди-ка, что творит. Так, ну что, ребята, я сделаю вот так вот. Блин, он же уничтожит. Прикрываться нет смысла. Поехали. Сейчас могилу здесь поставит. Наверняка. Там будет пират. Карты, в принципе, хороши. Но... Ага. А он с кровожадностью, да, вылез? Точно, ребята. Ох ты. Ох ты. Значит так. С этим надо что-то делать. Короче, поставлю вот так. И, наверное, вот так. Поехали! Я ему не дам. Правда, вот этот вот гаденыш будет давать ему добор. Что не очень хорошо. Видишь? Карты. О, огурец. Огурец мне дали. Так.
Допустим. Так, ну этого, ладно, этого уничтожим. Этот пробьет нам броню. Давай сделаю вот так, наверное. Поехали. Давай его захомячу, фиг с ним. Капитан говорит, сдавай. О, да, ребята. Я кое-что вижу прекрасное, ребята, для нас. Ландшафт. Этот и этот. Они же 4 станут. Станут. Станут, друзья, станут. Вот с этим нужно как-то разобраться. По идее. Поехали. Надгробие. Так. Что там вытянем? Замечательно. Явился, да? Не запылился. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Что дальше сделать? Давай посмотрим. Ой, бесенки, ну давай. Значит, бесята, да? Понятно. Все? Я же надеюсь, кровожадности у тебя нету здесь. Кто его знает, ребята, есть у него там кровожадность или нету. Как лучше сделать? Так, наверное, да?
Ну? Блин, грибная эволюция. У меня грибов нету. Нафиг он мне нужен тогда здесь? Че, неужели у него ландшафта не осталось, а? Что-то все ищет, ищет. Не пойму, что он там ищет, друзья. Ну, что-то ищет. Блин, уничтожит, да? А, убрал. Блин, что же он там задумал-то, а? Что же ты задумал? Пять энергии он оставил себе. Так, ну здесь понятно, заставляет зомби-космонавта этого. А здесь он делает заморозку. Так, у него срабатывает, естественно, защита. Все вытянутые карты стоят один. Вот сейчас, ребята, он может... Он вытягивал там, будь здоров, карты. Сейчас у него будет охренительная комба. Моржа здесь поставил, да? Эволюция грибная. Колотушка. Что бы сделать-то? Фиг его знает, что у него там, блин. Давай вот так вот. Все, победа. Победа, друзья мои. Отличный был бой, отличный. Так, ну что, мы разыграли, да? Два растения там надо было, по-моему. Теперь нанесите 20 единиц урона героям бессмертия. Или разыграйте два зомби из надгробий. Так, ну что, бессмертию давай, наверное. За которую я не умею играть. Да, за нее именно. Что мы имеем? Интересная колода. Очень интересная. Что вот он делает, а? При использовании все зомби лаборанта наносят бонусную атаку. А вот этот вот, который пират, он разве лаборант? Он же не лаборант, нифига. Ладно, фиг с ним. Давай, поехали. 20 единиц урона. Нужно нанести кровь из носу. Поехали. Так, 28 ранг дают против нас.
Ну, наверное, вот так вот, наверное. Будем ставить этого чудика или нет? Наверное, не будем. Пока не будем, ребят, я не вижу смысла. Лучше мы... И правильно, что не поставил. Поехали. Угу. Двойной удар? Серьезно? Ребят, так не делается дела. Тан-тан-тан-тан-тан. Посмотрим, что он там сейчас сделает. По земле, наверное, удар сделает. Скорее всего, да? Чего? Не, ну двойной удар я ему явно не дам здесь сделать. Я даже не мечтаю об этом. Угу. Кукуха прилетела. Что-то мне кажется, тут я проиграю. У него должен быть удар по земле. Ну, 100% есть. И вытягивает две карты. Че он мутит? Я никак не могу понять. Не могу пока даже представить, друзья мои, что он тут хочет сделать. Какую махинацию он крутит. Где мои все заклинания? Зачем мне вот этот шитик, если у меня ничего нету? Да? Угу. Петушара. Петушара, петушара. Вот сейчас будет все решаться, друзья мои. Если у него есть удар по земле, он наверняка у него есть, он его использует, уничтожив вот этих вот двух зомбиков. А вот как нам 6... Нет, ребята, он наносит бонусную атаку. Ну, 9 в лицо он не зарядит. Ну, а мы ему сколько зарядим? Он проиграл. Друзья, он проиграл. Зря он это вот это сделал здесь, честно. Вообще не понимаю, для чего. Он думал, двойная атака у него будет. Так я ему и дал эту двойную атаку, конечно. Ну вот, у нас и бессмертие выиграло. Так, отлично, двигаемся дальше. Разыграйте два зомби из надгробия. Ну, это самое простенькое задание, как по мне. Это для этого нам понадобится следующий персонаж, которого величать. Ну да. Супермозг. Но опять же, это не факт, что все получится. Будет победа. Это нет никакой гарантии, друзья. Абсолютно. Все зависит против кого будем играть. Сейчас розу возьмет. И все. Я приплыл. Или бессмерть. Ой, эту. Ну ты понял. Зубастизилу. Тоже такой себе вариант. Поехали. Что тут сделаешь? Нету абсолютно никакого варианта. Просто нету.
Ты понял? Ты понял? Он начинает... Блин, ну что это такое? Ну что это за карты, ребята? Ну... Не могу ничего поставить. Пока. Чего? Чего? Нету, друзья, абсолютно ничего не могу сделать. Короче, надгробие сюда. Или сюда. Вот это надо уничтожать, солнышко. Никчемное. Чтобы он не добирал на этих больше карт. Поехали. Защита. Добор карт. Ну, сейчас было хорошо сделано. Так, далее что? С меньшим здоровьем, да? Давай смотреть. Колотушка наверняка у него есть. Он может ее применить. Ну, им кранты. Так-с, уже интересно становится. Прям, друзья мои, очень интересно. Или лучше сделать 3-2. А 3-2 не получится, да? Давай так сделаем. Просто интересно, что у него там, а? Вытягивает, опять вытягивает две карты. Это что такое? Мне даже не заморозить никого, понимаешь? Ну съедай вот этого зомби. Давай, давай, съедай. Я больше уверен. Но он не стал этого делать. Как тут лучше сделать? Давай вот так, наверное, сделаю. У зубастизилы нету, ребята, могилоедов. Еще раз напоминаю. Тот, кто мог бы сожрать могилу или еще что-нибудь, нету у нее. Поэтому здесь зубастизила, ну, просто в патовой ситуации. Видишь, он восстанавливает все здоровье. На хилах, что ли? Да, ну, не может быть, чтобы он работал на хилах. Я лично не верю. Так, ну этого уничтожаем. Сейчас еще и заморозим. Давай. Прокачивается. Вот сейчас будет очень хороший урон. Так, 2,5, это получается 7. 10 хп у него останется. А вот дальше что? Давай вот так вот поставим. Я не знаю, кого он сейчас будет здесь расставлять. Может, какую-нибудь кукурузу влепит или еще что-нибудь. Дофига что можно влепить. Смотри, что творит. Ребята, у нас есть на такой случай вот такая штука. Это как раз против вот этого шитика. Что, съест с наименьшим здоровьем? Давай вот этого или вот этого съедай. Это ерунда. Смотри, что могу сделать. Так. И вот так. Не буду пока ничего делать больше. Неприятная ситуация. Хилы. Все-таки, друзья мои, хилы. Все-таки хилы. Ладно, этого я уничтожу, помидорку. Так. 4 урона, да? 7. Mm-hmm.
Да, потом надо будет вот этого выбрать. И через него... Эй-эй-эй-эй-эй. Сейчас опять выставит свой этот помидорку. Ребята, и отхилится он прилично. Это была, блин, не помидорка, ребята. Помидорка вот она где. Ну какого ты лешего ты делаешь-то? Ну ё-моё. С наименьшим здоровьем вот этого схомячит. Так, ну у него нету уже брони. Заморозка всех. Угу. Что я могу здесь сделать? Я могу сделать вот так. Вот так. Заморозка всех растений на воде. А он у нас в могиле, в надгробии или нет? Нет, он у нас не в надгробии. А этот тоже не в надгробии, да? Давай так вот сделаю, наверное. Черт его знает, как тут еще сделать. Надеюсь, у него нет бонусной атаки. Двойной удар. Интересно. Так, кто у нас тут появится? Ну, я так понимаю, алоэ вера у него там еще дофигища, да? Так, у нас вот что выпало. И это, кстати, хорошо. Что он хочет вот сюда тут зарядить, а? Вот что меня интересует. Вот что меня интересует, что он сюда хочет поставить. Ну, допустим. Это моя колода, ребята, вот честно тебе скажу. Это моя колода, которую я обычно играю. Именно за зубостезилу. Только вот этих у меня нету. Слушай, по-моему, он сейчас, друзья мои. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Знаешь, что я хотел сделать? Да я твали ты. Вот так сделать и вот так. Угу. Отличный ландшафтик, друзья мои. Отличный ландшафтик. Мне замораживать некого. Луна, она тебе не поможет. У него карты кончатся сейчас, я тебе говорю. Сейчас дошмыгается. Давай, 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 трать все. Все, да? Погнали.
Ох, сейчас мы карты наберем с тобой. Ух, наберем. Че он тут будет делать, я не знаю. Ну хотя радоваться-то пока рано, ребята. Наивный. Слушай, я, наверное, не буду здесь тратить. Поехали. Ну, смысл мне делать бонусную атаку, когда я могу так разрулить. У меня он еще сколько, видишь, тут. Мне сейчас просто ложить некуда будет все это дело. Ты серьезно? Что он сейчас будет делать, я не знаю, ребят. Это бесполезняк для него. Ну хорошо, взял ты карту. Тут поменял на двойной удар. Распрощались мы с этим чудиком. Ноль, ноль, ноль шансов, ребят, на выживание ему. Вообще ноль. Я сейчас, знаешь что, я не буду здесь долго ему мозги выносить. Все. Ну, ребят, пишите в комментариях, как вам игра. Понравилось, не понравилось. По мне так вообще было сегодня козырненько. Все, блин, как по ноточкам, ребята, разыграли. Все ежедневки мы с вами выполнили. И теперь со спокойной душой можно идти и отдыхать. Да? Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.